Карта дня на 14 марта. Туз. Туз мечей. Здесь, может быть, нужно будет принять какое-то решение, прояснить какую-то ситуацию, проанализировать что-то, построить какой-то план. Может быть, это начало каких-то новых совершенно проектов. Это может быть начало обучения. Но здесь какие-то обдуманные действия будут происходить. Также, может быть, здесь будете выяснять какие-то отношения с кем-то, высказывать свое мнение, будете... Или здесь, может быть, будете возглавлять что-то, когда вы физически, может быть, будете возглавлять какой-то проект. Может быть, руководитель на работе вам даст какое-то задание. И здесь, когда вы будете во главе какого-то проекта, здесь вы будете что-то продумывать, строить план. Это может быть начало каких-то переговоров, собраний. Это также еще начало... каких-то документальных вопросов может возникнуть. Может быть, вы собираете какие-то документы, что-то подписываете, оформляете или собираете какую-то информацию, вы что-то новое узнаете здесь. Может быть, это связано с вашими какими-то делами либо проектами. Но здесь нужно будет именно принимать какое-то важное решение, либо здесь нужно будет также избавляться от чего-то, когда вы уже тщательно что-то осознали, обдумали и начнете уже убирать, отстранять что-то от своей жизни, то, что уже не устраивает, то, что уже не нравится. Здесь также говорить, как отрезать. Может быть, здесь четко нужно будет говорить кому-то что-то, высказывать свое мнение и стоять твердо за своим решением.